Все, наливаю бабе Тамаре рюмочку. Как говорится, от души. Тут, наверное, больше, чем 50 грамм. Тут 100 грамм. Хлеб. Специально сегодня ездила в русский магазин. Купила бородинский. Бомбический. О, мама мия, как говорится. И это. И я еще купила, знаешь что? Халвы. С ванилькой. Халва с ванилькой. Сейчас я так порезала кубиками. Она была сплошная, это я порезала. Ой, опс. Вот так вот, да? Так мы сделаем. О, вкусно пахнет. Все, несу на улицу. Это бабе Тамаре. Тамаре Ивановне будем поминать. А людей я уже сегодня накормила. То есть, ну, для людей. Гектор был, моя Ира, подружка. И Александр. Все на стол поставила. На, котика рядом. С глазами светящимися. Вон там фонарики светятся. Брук бегает. Лялики, фонарики. У нас ветруган жуткий.